На фестивале «Мир глухих» студенты МИТРа в числе организаторов мероприятия. И это лишь малая часть масштабной благотворительной работы, которую ВУЗ проводит ежедневно. Студентки МИТРа Варвара Сачивко и Рената Бекниязова готовились к фестивалю больше недели. Съемки промо-ролика, поиск студентов, желающих помочь, подготовка концертной программы – все это их усилия. Мы здесь помогаем за сценой, за кулисами, раздаем напитки, в общем, помогаем всем, чем можем, развлекаем людей, там есть детская зона, развлекательная зона. Ответственность колоссальная. Важно, чтобы все было под контролем, а участники и гости получили удовольствие от этого дня. На самом деле очень приятно безвозмездно дарить частичку доброты людям. Это очень здорово сегодня. Чтобы найти общий язык с главными героями праздника, студенты, конечно же, выучили несколько слов на языке жестов. Когда они поднимают руки вверх, вот так вот, это значит аплодисменты. Или когда разводят руками, это значит ничего, или что-то не нравится, или что-то непонятно. Я хочу выучить язык жестов. Несмотря на холодную погоду, людей было много. Студенты МИТРа никому не давали замерзнуть. Сергей Зверев, Николай Басков, Родион Газманов. Выступления популярных артистов и детей из фонда «Ангелы надежды» сменяют друг друга на радость гостям. Это люди, которые умеют радоваться. Умеют радоваться по-настоящему и очень искренне. А я просто вышел на сцену, радовался вместе с ними. Мне было хорошо. В завершении праздника – торт. Его смогли попробовать все желающие. Получили массу впечатлений Светлана Хромеева, Кирилл Продоляченко, Митра Лайф.